Тебсы, где все тихо и складно, где ни войн, ни катаклизмов, ни боры. Появился дикий вепрь огромадный, то ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Сам король страдал желудком и астмой, только кашлем сильный страх наводил. А тем временем зверюга ужасный, коих ел, а коих в лес получил. И король тотчас издал три декрета: зверя надо одолеть наконец, и кто отважится на дело на это, тот принцессу поведет под венец. А в отчаявшемся том государстве, как войдешь ты сразу наискосок, без шабашной желтоске и в усарстве, бывший лучший королевский стрелок. На полу лежали люди и шкуры, пели песни, пили меды, и тут протрубили во дворе трубадуры. Хвать, стрелка, и во дворец волокут. И король ему прокашлял: не буду я читать тебе морали, юнец. Вот если завтра победишь чуду-юду, то принцессу поведешь под венец. А стрелок: да это что за награда? А мне бы выкатить портвейном бадью, а принцессу мне и даром не надо, чуду-юду я и так победю. А король: возьмешь принцессу и точка, а не то тебя раз-два и в тюрьму, ведь это все же королевская дочка, а стрелок, ну хоть убей, не возьму. И пока король с ним так прибирался, съел уже почти всех женщин и кур, и возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли тур. Делать нечего, портвейн он отспорил, чуду-юду победил и убег. Вот так принцессу с королем опозорил бывший лучший, но опальный стрелок.